Вы хотите шоу? Как себя чувствуете? Мне хорошо, а вам? Мне хорошо, а вам? У нас не так все болит. Пап, я вижу гриб. Пока. Папа, пошли. Как вы там? Мне хорошо, а вам? Хорошо. Хорошо. Что, устроим немножко хэй? Ну, в нем нет смысла все еще. Почему? Я не пробил. Сегодня 5 мая, зима, мы катаем пикник. Да, мы всю зиму пропустили, теперь наверстываем упущенное. Благо, живем в современном мире, каток доступен круглогодично. Да, вот так, молодец. Сильно не разгоняйся, Ксюш.
опустилась, ты так уронишь телефон. А ежик ночью убежал, его никто не обижал. Он тосковал еще с утра, он тосковал все вчера. Чего он глупо тосковает? Его, к нему никто не приставал. Его мы так любили, и гладили, и мыли. Он сворачивался и дрожал. А ночью взял, да убежал. Молодец. 5 получишь. По какому предмету выучил? По чтению. Чтению, молодец, класс. Ребят, подскажите, пожалуйста, летаю в Лифтофе и уровень новичка, и не могу понять, почему во всех обучающих видео положение газа, тротл, у всех ниже серединки, а у меня оно всегда выше, причем если я пытаюсь задавать угол камеры 5 градусов и 10, то есть лететь медленно, все равно я не могу тротл держать ниже серединки, иначе он просто падает. Я не могу понять, как бы, в чем тут баг. И вообще, будет ли это мешать мне развиваться, если у меня газ находится постоянно в 70% мощности?